октябре 2024-го на телеканале ТВ-центр состоялась премьера сериала «Верить, не верить». Это остросюжетная мелодрама от режиссера Егора Баринова, главные роли в которой исполнили Василиса Измайлова, Никита Лобанов, Кирилл Дыцевич, Мария Малиновская и другие. По сюжету Таня Кольцова узнает, что ее мать Елена внезапно решила выйти замуж за Сергея, человека значительно моложе ее. Таня начинает подозревать, что Сергей может быть мошенником и альфонсом, который обирает своих женщин. Таня пытается отговорить мать от скоропалительного брака, но Елена влюблена в Сергея и не хочет слушать доводы разума. После свадьбы с Таней связывается незнакомец Антон Титаренко, утверждающий, что его родная сестра тоже стала жертвой Сергея. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Верить, не верить» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.